Кому нужна очередная новая фифаза 4000, когда есть бесплатные барбоскины? Чего вообще такого нового и привлекательного в FIFA 16? Женские команды? В барбоскинах можно играть за настоящих стучек. Тут есть все, что надо, и онлайн, и редактор персонажей, и прокачка. Пес тоже идет нафиг. Зачем пес, когда есть пес? Круто, это идет, брат, и корея некуда. И закончились все консольные войны. Его совершенство было достигнуто. Ну что, сыграем гвоздь мне в кеды? Давай, щенок, целом мне в тапот. Чё за нах? А если я не хочу, чтобы мои родители знали, что я играю в барбоскинах? А если у моих родителей нет, это мои лайк? А если вы тенешек поиграть в Бэтмен или Гарри Поттер? Барбоскины. Мы ненавидим сироток. Близза, дружок, хороза, кена, малыш. Они все выглядят жалкими, но у этого хотя бы меч есть. Возьмем его и выйдет имя своего барбоскина. Як пёс. Слишком перетейно, хотя бы 4 буквы. Як пёс! Пора набрать пару задниц онлайн. Что? Абсолютно пустой сервот? Такая недооценённая игра. Рванём в турнир с компьютером, чё поделать? Итак, правила здесь упрощены по сравнению с обычным футболом. Меч нельзя закатить в баут, нет никаких угловых и прочей лабуды. Короче, нормальный дворовый футбол. Только вы носили. В отличие от той же FIFA, здесь ваш компьютерный товарищ по команде способен не только отнять мяч у противника, но и самостоятельно забить гол. Это ли не круто? И только посмотрите, какие здесь огромные ворота! В режиме против компа нам предлагают делать 22 команды, начиная с детсадовцев и заканчивая... сборной Бразилии! Это история о живых дворнягах, у которых была мечта. Мечта и вера. Они уверенно шли к успеху, выигрывая команды одну за другой. И казалось, их ничто не способно остановить. Чёрла! На сайте есть и другие игры. Пока мы ждем появления новых подшественниц в футболе, можно зарубиться во что-нибудь еще. О, слазы слова. Помоги мне лучше отдать слова на картин. The Developer. Так, что тут у нас батлеры обоим? Сложно! Воин посуду! Но с этим проблем тоже не должно возникнуть. Не понял? Это что, розыгрыш? Вы чем тарел посмотрели с нами? Модный макияж! Долгожданная игра про косметику от розыгрыш! I'm inside of me, I can't see ya! Привет, Матинес, обратно сюда, если мог, ха! Понятно. Очередная игра про френд-зону. Привет, Роза, к чему голф-клуб? Грязные сучки, будут наказаны, да ты не смог напрямить крэп-кизм. Ё-ма! Ё-моё, да она голая! Я не просил, это крэп на зону к фуей. Так, ну раз мы идем в клуб, то крейсы надо максимально по-шлюскину. Вот, они реально дали бонус для очки за этот убогий лолитный мейкап. Хотя я не знаю, может наоборот должно работать как отпугивцы педофилов с перейти по того, а где тут средства от блох? А да в клубе столько всякой дрянь подцепить можно. Или у нее шейник специальный. А Роза, ты сегодня просто очаровательна. Сказал Тимоха, держа в руке цветок розы и, видимо, разговаривая именно с ним. Ладно, вернемся к нашему около футбола. Воу, модники. Откуда столько прыткости? Эта игра вдруг резко стала слишком сложной. Кстати, вы знали, что мыло делают из животного жира? Так вот, сейчас это прозвучит максимально крипово. Судью на мыло! Эта игра не заставит меня донатить. Пойду подумаю о своих жизненных приоритетах. Несколько современных игр нормального аркадного футбола. И вообще, игры про футбол лучше тайник то, как мол, старс нету в природе, так что пошел вон отсё. Я сделал что-то.